Облака белокрылые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки, не смотрите вы, пожалуйста, на меня, а по небу прокатите нас, облака. Нравится, как я пою? А? Белокрылые лошадки. Не, это как ты поешь. А тебе песня просто не нравится, наверное. А такая песня нравится? А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Помогатор! Помогатор! Или вот такая. Мио, 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 мио. А ты какую песню знаешь? Так. Такая. А еще? А еще? Трям-трям-трям. Пик-пик, волшебный грузовик. Да? Или Блиппи. Как он там песни поет? Или кто же едет синий трактор по полям, синий трактор едет к нам. Да? Да. Мама, а кто же там сидит в прицепе? И-а, и-а, и-а. Да? А вот так если говорить. И-а, и-а, и-а. И-а, и-а, и-а. Кто это? Кто же это? Оса. Ослик. Осел или? А я думала, это оса. Оса? Да. А если говорит му-му, му-му-му, му-му-му, му-му-му. Это кто? Яблоко. Кто? Это ягода на небе. Как ягода на небе? Нет, это ягода. А, радуга? Да. Корова, скажи. Му-му-му-му-му. Нет, ягода. Радуга на небе? Говорит му-му? А? Нет. А вот так. И-го-го, и-го-го. Ой. Скатился. Да, это... Скажи, кто говорит иго-го? А? Все, решил покататься? Да, я решил покататься. Решил покататься. Ты куда полез? Достать внимание, марш! Ух! Ты какая? Я готова. Ура! Вот сюда идем. На. Аккуратно. Садись аккуратно. На нее прямо садись. Стой. Ой-ой-ой-ой. Чуть меня не сбил. Молодец. Совсем не упал, потому что шел по снегу, да? По снегу шел? Нет, по дождь. Я чуть не упал. А, чуть не упал все-таки, да? Лед тут с крыши накапал. Снег тает потихонечку. И будет скоро тут не снег, а лужи везде. Да? А пока снег есть, будем куличики строить, да? Да. И тоннели строить, и снег чистить. А. Что говоришь? Помоги мне, мама.
У тебя не получается, что ли? Да, помоги мне, мама. Сейчас помогу. Строим тоннель. Ты там достроил тоннель, разрыл? Получается? Мама, я играю снежки. А, ты снежки играешь? Мама. А я тоннель рою. Сейчас к тебе, может быть, выгляну скоро уже. Привет! Это что это ты там сидишь? А? У Кися от света. А, от ветра скрылся? Да. Это твой домик, что ли? Да. Ты его сам вырыл? Нет, ты, но не я, я мой дом. А, ты, я. Не я, я мой дом. Ну да, я-то планировал, что тут будет тоннель, сквозной проезд. Для твоей машины. Это будет дом. Дом ты захотел, да? Да, это у мати. Твоему кичу ответа. Ну ладно. А с той стороны тоже такой же дом. Вот сейчас я посмотрю. Вот. Тоже домик. А если насквозь прорыть, то будет тоннель. А я хочу посмотреть, как ты вон через тот тоннель проходишь. Идем, пролезь, иди, быстрее, с той стороны обойди. Я пойду на тоннель. Ты тоннель построил? Ага, туда перекинул, да? Ничего себе, сколько снега намело, да? Что можно даже тоннели строить. Ничего себе, ты туда уже пролез, тетя. Доставка игрушек. Ой, я вам игрушки доставила. Принимайте. Ничего себе, как тебя экскаватор вырыл яму, да? Нет, дом. А, дом вырыл. Ага, домик для машины. Да? Для мусор-трака? Да, для мусор-трака. А он следы оставляет этот экскаватор на снегу? Да, оставляет. Ну-ка попробуй проедься. Ничего себе, какие следы. Вон какие следы оставляет экскаватор. Да.